Всем здорово, ребята. Ну что, давно я уже таких видосов не записывал. Сегодня будем открывать с вами кучу разных ништяков, побегаем по акциям на английском сервере. Решил я дособрать лесу не через остров, а уже так забрал сразу недостающие осколки, потому что неплохие довольно-таки плюхи и монетки у нас, и шансы есть. В общем, поехали. Поехали, сейчас позабираем некоторые плюхи. Давайте начнем отсюда. С ивентов, дискаунт. Что у нас есть? Есть подснеки. Я их однозначно буду забирать. И расходники, агенты тоже надо мне. Так, у нас осталось 4 осколка, но мы тут ничего не заберем. Еще скидку взял. Так, вот новая эмблемка есть. Рановато я скидку взял, надо было сейчас скидку, но заберем. Все-таки она на стан, она довольно-таки интересная. Так, сундучки эти тоже заберу. В принципе, все, больше ничего такого. Расходники. Так, с этим разобрались. Давайте еще разок чекнем. 6000. Отлично. Поехали дальше. До острова мы дойдем. Поехали по акциям пробежимся. Магическая лаборатория, Jungle Bells Pack, Shopping Spree. Посмотрим, что там еще осталось. Тут нифига не осталось, надо ждать целый час. Что тут интересное есть на забор? Не знаю, какие 9 или 10 эмблемы. Наверное, скорее всего, 9. Мешки. Для прокачки рунки. Ну, агенты либо рунки, одно из двух надо забирать. Так, хорошо. Ну, на русском мне больше понравилось. Поехали в настолочку. 12 попыток у нас есть. Покрутим, повертим. Так, есть. Ну, смотрите, как дают осколки. Так, 1000 красных камней. Так, пинтики. Мы даже титул сейчас покачаем. Смотрим, что там дальше. Неплохо. Так быстро как-то апается. С4. Агент. Самики. Ну, плюс 10 косамов тоже неплохо. Так, с X4. Я уже вообще вот тут не играл. Эмблемка, точнее руна таланта. 800 агента, нифига себе. Нормально, кстати, акция. Еще и 12 камик роков. Так, у нас 2 доступно. И скины на Махатму. Но Махатма вроде у меня собрана. Сейчас я гляну, чекну 100%, чтобы знать. Скин. Чтобы не провтыкать. Это наша махатмушка. Да, она у нас собрана. Значит, забираем все печеньками. Идем сюда. Печенек надо много, надо суперпэтов качать. Так, хорошо. Есть. Ну. Плюхи, как видите, довольно-таки неплохие. С улучшением все больше и больше можно получить. Дальше. Императорская кузница. Ну, здесь вряд ли что-то меняли. Здесь, как обычно. 160к. Ну, вы что, бахнулись? Ладно, это пару лет назад. Так, покер-матчер. Есть 4 сдачи. Сейчас на какой-то одной мы с вами. Давайте на самый верхний. Видите, удачно.
Ну, комбинации здесь реально говняно очень падают. Под короля девятка. Может, повезет. Последний раз, когда мы здесь с вами играли, то... Так, хорошо, еще награды. Так, надо награды все забирать, а то сейчас опять не влезет. Поехали. Первая порция плюх. 380. Неплохо. 2600. Но это, опять же, это не все плюхи, ребят. Это не все. Сейчас мы еще заберем. Скин на нового героя Фокса. Это, походу, 10-е. Камешки для найма. 2600. Эмблемка. Самики. Довольно-таки неплохо. Поехали дальше. Что у нас есть еще интересного? Drone Gifts, Point Arcade. Давайте здесь еще. Самоцветы добавили, ничего себе. Ару вытащили мы. Дракоша. Все. Все. И на этом все. Так, понятно. Таланты, счастливое число. Поехали посмотрим. 3 миллиона значков почета. Серьезная заявка. Здесь, знаете, чем мне нравится, то что здесь хотя бы быстро это все щелкается. То есть можно забрать какие-то там самоцветы, ЗП-шки. Но призы, как видите, реально печальные. Раньше когда-то здесь вот было реально круто достать что-то. Хотя бы в десятку попасть. Сейчас это ни о чем просто. Так. В общем, шоппинг спри через час, да, у нас. Тун Хантер. А что оно еще идет? Оно же уже, наверное, закончилось. Видите, здесь просто оставляют. В общем, все, вроде с этим все. Поехали на самое сочное. Это у нас пакет накопления. Смотрите на этот пакет накопления. Скин. Печеньки. 20 кристаллов. Новый фон. Чекнем. Самики. Плюс 40к. Неплохо так прибавочка. Итемы новые. Плюс 4000 спавен агента. Новая эмблема. Вот один день, нормальный один донат, и тебе его хватает. С головой, я считаю. Вот вторая порция, ребятушки, наших плюх. Пошла. Неплохо. Я считаю, очень даже ничего. Так, поехали прокачаем сразу же скины. И мы там подоставали с вами. Фокс. Так, есть. Кого мы там еще достали? Вот этого надо докачать до максималки. Еще скинул надо еще. Так, вроде с этими разобрались. Такс. Ну, видите, по найму здесь нету нового героя. Сколько было бы, было пароль, либо будем ждать. Так, хорошо, что у нас по расходникам? Давайте заюзаем новый фон, посмотрим. От IGG. Вот так он теперь выглядит. Ну, в принципе, довольно-таки, я вам скажу, неплохо смотрится, интересно. Снежный фон. Не знаю, неплохо. Мы его уже продавали на немке до этого. Сегодня только завезли нам на английский сервер. Поехали дальше. Поехали покачаем с вами немножко скилл. Так, это у нас на это уже надо 100. Шо открыли, плюс 5% на архи.
Ведь очень много надо золота и маны, чтобы... Опять же нам приходится качать хранилище. Ну не нам, а вам. У нас это уже прокачано. Так, следующий тоже 100. Это мы получили плюс 5% на атаку фортов. Хорошо. Ну, честно говоря, это можно все за день прокачать, если брать большие паки и париться насчет этого. Такс. Следующий 100. Это у нас на монстров. Так, и тут надо уже 250 и 5 миллионов кристаллов. Вот так вот. И 250 итемов. У нас 249. Ну, в принципе, мы сейчас это добьем, думаю. Должны быть коробки. Так, и мы открыли плюс 15 настроения. Неплохо. Неплохие такие статы, да, растут. Реально, очень круто статы растут. Так, сейчас посмотрим, что там у нас следующее. Ну, как видите, надо дофига разных расходников. ЗПшки и прочее, очень много надо всего. Ордена на точность. И здесь опять надо уже 250. Следующий у нас 30% на волну. Нехило так. 30% на волны, это, конечно, круто. Дальше 15% на архидемона идет. И потом аж 30 на миллионе. Да уж. Ну, можно будет, думаю, некоторые герои поменять, поставить других, попробовать. Все-таки 30% усиления, это очень дофига, я вам скажу. Так, хорошо. С этим мы разобрались. Поехали дальше. Дальше у нас с вами питомцы остались. 6000. Я не знаю, какими атапатами я буду открывать. Давайте просто сейчас не будем никого открывать уже. 130. Хотя и нового супер питомца. Я сейчас посмотрю, кого там можно прокачать. Там у меня печенек. Так. Тридцать пятая. Здесь у нас не хватает. Этого мутанта тоже надо качать. В принципе, у нас должно быть нормально. 7000. Ну, тут можно себе ни в чем не отказывать. Сейчас мы пойдем к ним накачаем. Накачаем им скиллы хотя бы. До максималки. Так. Потом по левелу папы уже заспавленный гент. То есть, видите, один пак и просто космические плюхи мы получили сегодня с этого. Блин, теперь неудобно, не видно ни хрена. Не тот магазин. Но здесь надо дофига реально их. Если там по 1200, блин, то надо 1020, наверное. Конечно, дофига, наверное, 45. Хотя что такое сейчас 10 лямов кулаков? Это вообще ни о чем, честно говоря.
А супер питомцев качать надо. Если по 1200, плюс там еще все остальные, то это 1040 как минимум. Вам надо будет. Блин, что-то я не с той стороны начал. Плохо, что нельзя вот самому выставить. Или ладно, я потом уже прокачаю, не буду играться, потом посмотрю, сколько чего надо. В общем, вот так вот, ребятушки, такой вот трешечок сегодня. Ждите обзорчик Аналиса, прокачку и мнение по поводу героя. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.